В Мелемиджис Азербайджана поступают заявления от русских семей, которые хотят вернуться на освобожденные земли Карабаха. Как передает канал 13, об этом депутат парламента, председатель русской общины Михаил Забелин рассказал в ходе телемоста Москва-Баку на тему «Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах», который состоялся в пресс-центре информационного агентства Национальной службы новостей. По словам депутата, к нему обращаются русские семьи, которые желают вернуться в свои дома на освобожденных территориях в Карабахе. Две малоканские семьи из Краснодарского края и две семьи из азербайджанского села Русские Борисы обратились с желанием вернуться в Тертерский район, где они раньше проживали и были изгнаны оттуда армянскими вооруженными формированиями. Михаил Забелин с сожалением отметил, что это село в Тертерском районе полностью разрушено во время оккупации. Парламентарий заявил, что азербайджанцы 30 лет ждали, когда наконец будут возвращены азербайджанские территории, захваченные армянскими вооруженными силами. Он напомнил, что сотни русских ребят воевали за освобождение своих земель в составе азербайджанской армии. Среди них есть и погибшие, которых мы чтим. Наш президент неоднократно подчеркивал, что мы хотели бы мирным путем решить этот затянувшийся конфликт. Сейчас в зоне Нагорного Карабаха очень сложная обстановка, поскольку люди хотят вернуться, но обстановка осложняется тем, что идет процесс разминирования территорий. В процессе разминирования гибнут люди. К сожалению, армянская сторона не предоставляет нам достоверные карты минирования поселков, городов. Это показывает, что они минировали эти территории хаотично, сказал Михаил Забелин.